И всем привет, это канал Котики на Котиках. Сегодня у нас распаковочка. Нужные вещи. Сейчас мы ее разрежем. Как ты думаешь, что это? Я думаю, это что-то для меня. Да, то, что ты возьмешь с собой на море. Что же это? Ну-ну. Там коробочка. Ну, давайте. Что одна упаковка? Ну, это же, чтобы лучше для тебя запаковать-то. Что? То, что вешается на пояс. Это мне сказано. Давай я тебе, да, я покажу просто. Вытаскивайте аккуратненько. Это тебе для морюшка. И что же тут у нас внутри? Тут у нас ложечка внутри, сейчас, подожди. Не так. Не открывается что-то. Надо сдвинуть вниз, и вот так вот открывается вилочка ваша. Вилочка. Вилочка. У меня тут закрывается она у нас тут. Так, тут даже открывашка есть. Да. Есть. Так, следующий предмет доставать. Да. Оно все вместе складывается. Угу. Так. Мы а там инструкции никакой нет? Там? Угу. Нету. Нету? Ничего нет. Тут есть ножик. У нас тут есть ножик. Так, сейчас подождите, я разберусь, как он открывается. По-моему, это одно целое. Нет. Нет? Вовсе нет. Так, ты пока вилочку еще поразглядывай. Ну, смотрите, значит, у нас тут есть открывашечка, вот эта открывашечка у нас. Это у нас какая-то штучка с дырочкой, непонятно. И она у нас тут вот так складывается. А, да, это одно целое. Тут можно сделать либо штопор, либо вот эта вот открывалочка, либо же ложечка с вилочкой. Ложечка с вилочкой. Вот вилочка. Вот ложечка. А если вам нужна вилочка и ножичек, то тогда мы складываем ложечку. Угу. Вот надо нажать здесь, подождите. Так, это оно у нас зафиксировалось. Открываем ножичек и закрываем ложечку. Могу помочь. Не надо. Ну, делаем вот так вот. И вот у вас получается... Ножичек. Ножичек у нас вот такой. Остренький. Стейки резать. Подождите, мы возьмем бумажечку. У нас тут бумага была. Вот. Да. У нас есть бумажечка. Проверим. Это же серейтерный ножичек. Нормально. Давайте я ножичек сложу. В принципе, нормально. Так. И все. И штопор это для мамы, да? Угу. Открывалочка для бутылочек для тебя. Еще есть консервная открывашечка. Консервная? Да. Вот такая вот консервная открывашечка. А я нашла, я поняла, для чего нужна вот эта штучка круглая с дырочкой. Для чего? Для чистения ногтей. Нет, она вообще-то там зацепляется. Берешь такой, под ноготь такой. Еще открывалочка для консервных баночек. А чего только? У меня вон тоже есть открывалочка. Это не открывалочка. Вот это открывалочка. Ну, пусть будет открывалочка. Давайте соберем вместе ножичек. Дайте все вместе в комплекте. Дайте ногти почистить. Это же еда, а ты ногти почистить. Для того, чтобы сложить, нам надо вот так вот открыть. Угу. Так, да? Угу. Здесь вот так вот вставить. Нет, не с этой стороны, с вот этой вот стороны. Вставить вот так вот. Защелкнуть. Вот, и потом сложить. Угу. Нас еще дали вот такой вот маленький чехольчик. Он тут
застегивается. Но самое главное, тут хорошая ложка стальная, да? Угу. Удобненькая. Спрячьте ложечку. Вот так. И удобное крепление на пояс. Да, у нас. На ремешочек. На ремешочек, на поясочек. Мультитул возьмешь. Одинаковые будут поясочки там, да? Да. Нужная штучка? Да. Возьмете с собой? Да. Ну хорошо, берите. А у нас есть еще что-то? Нет. Пожалуйста. Жалко. Там совсем ничего? Нет, прощайтесь. Всем пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.